в очередной раз убедился в том, что суд не является независимым в нашей стране, что он служит исполнительной власти, и то, что судья Саратовского областного суда полностью проигнорировал мои доводы, то, что я не являлся участником данного несанкционированного мероприятия, я находился там как действующий депутат и преследовал цели соблюдения прав и свобод граждан всего лишь навсего в связи с массовым нарушением таковых. И доводы, которые сейчас привел судья, то, что оказывается закон не дает мне права находиться на несанкционированных мероприятиях, меня просто поразил. Оказывается, участники данного мероприятия высказывались за свержение президента, что меня просто поразило. Это было фактически обвинение в уголовном преступлении несколько тысяч присутствующих моих земляков и невольно меня в том числе. Вот. И все эти аргументы, конечно, говорят о том, что это решение было политически мотивированным, оно не выносилось на основе норм права, оно выносилось на основании указки сверху и служит методом, рычагом давления на оппозицию, на политических оппонентов, которые выступают против того беспредела, который сегодня творится в нашей стране. Данное решение областного суда я буду обязательно обжаловать, если необходимо, пойду в Верховный суд, потому что не считаю его законным.